И к другим темам. Челябинской области Башкирия совместно будут обновлять федеральную трассу. Руководитель Южного Урала Алексей Текстер провел выходные в соседней республике, где встретился с ее главой Радием Хабировым. Общение прошло в неформальной обстановке. Главы соседних регионов прогулялись по площади Салавата Юлаева, побывали у памятника национальному герою и пообщались с жителями Уфы. Где ты живешь? Кировский, да. Рад видеть. Привет, ребят. Здрасте. А это, знаете, кто? Ваш друг? Да. Алексея Текстера и Радия Хабирова давно связывают дружеские отношения. Глава Челябинской области не раз приезжал в республику еще в должности первого заместителя министра энергетики России и председателя совета директоров Башнефти. Без решения рабочих вопросов, конечно, не обошлось. Соседи обсудили перспективы сотрудничества в социально-экономической и национально-культурной сферах. У нас традиционные культурные связи серьезные, у нас традиционное есть взаимодействие по линии экономики, но есть еще куда стремиться. Дополнительные инфраструктурные проекты, дополнительные социальные проекты, которые дополняют друг друга. Экономические, промышленные проекты совместные могут существенно увеличить вот тот задел, тот потенциал, который у нас есть. Я уверен, что так и будет. Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Башкортостан входит в пятерку самых высоких в обоих регионах. Мы соседям поставляем металлопродукты машиностроения, они нам сельхозтовары и нефтепродукты. Все-таки у нас там более 150 тысяч башкир проживает, и мне очень важно, чтобы они чувствовали себя хорошо, чтобы развивалась национальная культура, национальный язык. Вот мы с Алексеем Леонидовичем обсудили, поэтому поддержка во всех направлениях будет. Более того, мы с нашей стороны усилим поддержку и материальную, и методическую, и людьми. По мнению политолога, встреча действительно говорит об объединении усилий Челябинской области и Башкортостана. Текстер с Хабировым объединяют усилия в диалоге с федеральным центром по вопросу скорейшей реконструкции и расширения в узких участках федеральной трассы М5, что очень важно для жителей. Тесное сотрудничество регионов стало очевидным после подписания соглашения о создании Уральского промышленного кластера на Иннопроме. Его заключили главы Башкирии, Челябинской и Свердловской областей в июле.